В октябре 2016 года в Китае состоялась международная конференция по технике повышения нефтеотдачи пластов. Активное участие в научном форуме приняла и делегация КФУ. Как отметили представители университета, нефтяные компании Китая имеют богатый опыт внедрения на своих месторождениях технологий внутрипластового горения. Ну, я был поражен тем, что грандиозность и масштаб применения этих технологий в Китае. И когда мы сделали 4 доклада на этой конференции международной в Китае, значит, Синьцзянская нефтяная компания, одна из крупнейших нефтяных компаний Китая, это, в общем-то, одно из крупнейших месторождений нефти Китая. И я увидел там не 1-2 проекта, как в России, а десятки проектов, как в области закачивания пара, так и в области подземного горения. Сегодня Китай отдает большое предпочтение именно тепловым методам увеличения нефтеотдачи, поскольку КФУ является одним из мировых лидеров в этом направлении, они планируют делать совместные проекты с ВУЗом. Мы там подписали 3 договора. Во-первых, один из 4-сторонних договоров – это Синьцзянская компания, это компания, сервисная компания Кили и Юго-Западный университет Китая. Вот и наш университет, вот 4 значит, партнера, мы подписали такое соглашение о взаимодействии. Вот. И уже после Нового года сразу буквально вот их специалисты приедут к нам. И колумбийцы тоже вот в начале года приедут к нам, значит, ознакомиться с тем, что мы делаем на месте уже. Анастасия Иванова, Универньюз.